Самое красивое место в Оренбурге – это, конечно же, наш драматический театр имени Максима Горького. Ну, а на самом деле мест очень много, просто нужно их посмотреть, увидеть, съездить, объездить нашу область, наш город. Одним, если словом, наш город уютный. Если бы отъехать от нашего города, наверное, степи, ну, наверное, какой-то красивый вид нашего пересечения Европы и Азии, то есть наш мост. А лучше всего, конечно, я в нашем городе бы сделал не только фоторепортаж, но и снял бы кино. Что для вас самая главная фотография? Мне кажется, главная фотография – это возможность вернуться в то время и пространство, где ты был абсолютно счастлив. Позитивные, хорошие снимки, они всегда мотивируют других людей на какие-то такие же благие цели. Поэтому все, что связано с каким-то положительным эффектом, с положительными какими-то эмоциями, то этим обязательно надо делиться.